теперь крутое меня! Пассажирский самолет «Бройлер 747» терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий. Экипаж лайнера отважно борется за спасение жизни пассажиров. Действующие лица. Неунывающий и мужественный командор. Изобретательный и находчивый второй пилот Дринкинс. Симпатичная и невозмутимая стюардесса. Хладнокровный и обаятельный радист Морзе, а также несравненная мисс Мурпл в роли мисс Пурпл. В сериале «Крутое пике». На связи диспетчерская башня Лос-Анджелеса. Да, и что они хотят? Они просят нас, если мы их слышим, махнуть крыльями. Передайте им, что если они нас видят, пусть махнут башней. Войти, сэр. Кто это? Это уже маразм, сэр. Слушаю вас, мисс, уже маразм. У нас проблемы в пассажирском салоне. Что случилось? У нас на борту мусульманский террорист. Он требует, чтобы мы немедленно изменили курс и перед падением сделали посадку в тегеранском аэропорту. Никаких уступок террористы. Но почему, сэр? Может, это поможет нам спастись? О чем вы, Дринкинс? Вы что, не знаете, в Тегеране уже нет аэропорта? Почему? Потому что я там уже приземлялся. Испортилась рация. Что это вы делаете, Морзе? Передаю визуальные сигналы. О чем? О том, что у нас испортилась рация. А теперь вы о чем передаете? О том, что у нас второй пилот без сознания, сэр. Морзе, передайте, что у нас еще и радист сейчас ударится о приборную доску. Передали? Передал, сэр. Тогда кругом, шагом марш.
Сэр, что это вы делаете? Пилю гранату, сынок. Но она же взорвется. Ну и что? У меня еще одна есть. Продолжение следует.